Всем привет, мы на канале Надюшка ТВ. Я уже говорила в других видео, что эта кошка беременная. И тут уже жильцы решили, ее хотят завести. Сейчас вам расскажу все подробнее. Потому что тут шоколадка живет, хотят пораскидать котят, а эту кошку хотят куда-то завести. Типа, чтобы она тут не рожала, я хотела сделать домик, а говорю, надо сделать ей где-то домик. Но же ей надо где-то рожать. А тут сказали, что не надо ей тут делать домики никакие. Это ее надо просто завести, чтобы где-то там рожала. Говорю, вообще-то она живая, блин. И ее потому что тоже жалко, блин. Умрет с голода. Говорит, я уже устала их кормить, блин. А я смотрю канал Четвероногие Друзья. У нее больше, блин, не знаю, 40 где-то штук. И она же никого не вывезла куда-то, нет. А их тут шестеро, блин. Чем она помешала? Она что, виновата, что осталась бездомной? Ее хотят просто завести. Главное, чтобы не родила, а еще тут с котятами что-то не делала. Не знаю, что будет дальше. Шоколадка останется тут навсегда жить. А вот эту мы как-то пристроим. Это собака. Кажется, она рожать собирается. Да не, еще рано. Да может уже не рано. Ну, посмотрим. Жарко, наверное. Тихо, не бойся. Короче, капец. Сейчас там просто идет человек один. Привет. Да, логично. Она сейчас кушает. Ее назвали Кэти. Пришла шоколадка. Я ее обработала йодом и сама. Не Кэти, а Кити. Чикити. Потому что это. Я уже выложила объявление, может, заберут. Это не знаю, что с кошкой, потому что тут все света помогает, и мы помогаем, короче. И в том, что, как вам сказать, ну, мы уже с вами говорили, все хорошо. Ну, просто эту кошку хотят вывести. И я не знаю, что буду ее делать. Ой, елы-палы, да не пугай, не пугай. Не бойся. Эта кошка вся зашугана, просто взяли люди, поигрались, предали кошку и выкинули. Мне кажется, они над ней издевались, эти прошлые хозяева. Не знаю, что будет. Да, малявочка. В том, что тут чуть света уже выговаривается, в том, что надо их как-то куда-то определить. Это очень срочно, блин, ребят. Я ее сегодня фоткала, красивую фотку сделала. Попробую тоже кинуть в объявление. Может, кто-то заберет у меня передержку. Это. А шоколадку мы простерилизуем. И все. Давай, шоколадка. Шоколадка. Не знаю, что будем делать с этой кошкой. Ну, ну эту кошку, в принципе, можно, чтобы краска родила, а потом можно в кошкин дом. Краску? Не, котяты. Их там надо раздать. Но они же маленькие, им надо подрасти-то еще. Ну да, в принципе. Еще не знаю, как жильцы отреагируют. Главное, чтобы их не потопили, не выкинули или, блин, не зажгли. Ну, надо примерно в кухне. А то, блин, как возьмут тебе котенка и об стенку ширят. Mm-hmm. Ну, надо их в какое-то место, чтобы вы здесь их не видели. А куда есть? Куда-то подальше от двора. Не знаю, откуда? Надо подумать. Вот куда? И построить ей на месте домик, небольшую коробку взять из магазина, парочку коробок. Сделать просто домик и оттуда взять и все. Да не, в магазине дофигища этих коробок. Вот, можно взять. Не, коробок можно взять, и там всякие накрытия это взять. Да. И пусть там рожают и подрастут в том месте. Будем кормить их. Вот куда их спрятать просто? Ну, у меня только есть вариант на поле ее отнести. Это где? А, там, у бабушки на улице. Но я не знаю, блин, чтобы не убежала еще. Ну, чтобы еще я кормила. Я же могу за 10 рублей купить эти сухарики кошачьи. О, блин, посмотрим, блин. Ну, судьба такая, что поделать. Я уже, я не рода, блин, чтобы всем тоже помогать. Угу. Как могу, так и ты помогаю. Ты тоже кушать хочешь, да, шоколадочку? Сейчас он кормит, уже пока рычат. А ты не заметила, где котята-то шоколадки? Вдруг их куда-то вывезли? Не, они вон там. А, сейчас пойду посмотрим. Тут пришел кот, я не знаю, что он здесь больной. Боится. А потому что люди поиздевались. Да. То есть и выкинули. Конечно. Зачем он нам нужен? Мы уже поигрались, нам надоело. Или где-то нагадил, наметил. Было такое? Кто? Потому что... Я смотрела видео, и просто человек принес усыплять кота из-за того, потому что кот метил территорию. Еле-еле ветеринару говорили, чтобы кота кастрировать. Угу.
такое усыпление стоит дорого. Смотри, этот кот похож на другого кота со двора. Угу. У него такой же почему-то вот здесь перевела. А котята тут и что? Да. Сейчас посмотрим. Когда дождь там. Да нету. Главное, чтобы еще эти в скобочках добрые люди никуда не унесли. Нашел. Ты вот. Это вот, чернушка. Котенок. Ну, конечно, потому что он чёрный. А, не там в кустах. Да, что-то вижу. Да. Ну ладно, пошли тогда. Собачка прискакала. Лада. Лада. Ладочка. Лада, а мою собаку зовут Веста. Лада Веста. Кто-то ел голубя, понятно. Шоколадка. Она же у нас тут ловит голубей. Она очень хорошая мышеловка бы была. Мышеловка, голубеловка. У меня птиц, кошка есть и на шее. А у нас тут... Это хищник. У нас тут мышка во дворе есть. А, недостаточно памяти. Ну, сейчас поудаляю всякое ненужное, потом будем снимать дальше. Что шоколадка у нас тут голубеводка, холобеводка. Мышеловка. Она сейчас голубя замочила. Я подумала, что я в это время снимала, а она убежала. А краска? Чего? Ага. Я ничего не поняла. Вот там голубь, видите? Котенок есть. Шоколадка словила голубя и принесла котятам, и они едят. Представляете, какая она мамка хорошая. Ага. Вот там котенок. Просто мамка топчик. Да, капец, короче. У меня есть идея. И подпишемся. Вот, краска. Ну ладно, ребятки, всем пока, до новых встреч, встретимся в следующем выпуске. Она меня пугает, мне кажется, она вот-вот родит. Да, а то она все время ложится. Блин, а я не взяла ничего для родов. Может, а я ты... Катя, я ага. Катя. Ладно, всем пока. Пока.